Ребята, всем привет, доброе утро. Села пить чай, только проснулась. С Марсиком вместе. У меня тут вкусняшки. Печенюшки. Тортик. Ну, это то, что вчера покупали. Еще одна пироженка. Такие печенюшки. А это с отрубями я себе брала. Ну, попробуем, что здесь у нас. Вы тоже садитесь, пейте чай. Приятного вам аппетита. Я, короче, повесила себе микрофон на ухо прям. Ну, наушник. Не знаю, будет вам слышно, нет? Похоже на медовое. У нас сегодня погодка шепчет. Немножко приоткрою. Это прям в глаз мне светит. Вот так. Вот так будет проще. Напишите, во сколько вы просыпаетесь. А я очень рано. 6:25 даже. Вам видно тарелочку мою, нет? Вот там будет видно, да? Очень хочу, короче, это. Шашлыки сделать на даче. Прошу мужа, он не хочет. Вот как с ним бороться? Как с ним бороться? Чай без сахара. Попробуем вот эту вот печенюшку. С отрубями, короче, со всей фигней. Тут еще пшеничная, овсяная, короче, всякая разная мука. Настроение такое позитивное. Прям вот думаю, если он не пойдет, я сама пойду. Дома не хочу сидеть. Тем более в такую погоду. Вот такая погода только для шашлыка. На любителя. Пироженка вкусная. Прям нежная. Тортик. Похож на медовик, но это не медовик. Суббота наступила. Сейчас сделаем что-нибудь, да? Попробую. Превью, да? Соседи сверху проснулись. Вот пироженка мне понравилась больше всего. Она очень сочная.
Вот это прям очень сладкое. Я ее есть не буду. Галимый сахар. Одно место может слипнуться к чертовой матери. Какие у вас планы на день? Сегодня суббота. Я все-таки, наверное, пойду на дачу. Схожу в магазин. Хотя у меня есть кура. Пойду пожарю. Никто не хочет со мной идти, сама пойду. Ну вот, почти закончилась чаем. Наелась уже с самого утра, как всегда. Ну все, ребята, спасибо, что пили со мной чай. Всем хорошего и позитивного дня. Всем пока.